Привет. Угу. Еще вопрос какой был, извиняюсь. Что сегодня больше всего запомнилось вам? Мне, наверное, высококвалифицированность последнего спикера Юлии Юсупова. То, что он, в отличие, это, не знаю, мое сугубо личное мнение, без подготовки, просто из своего личного опыта брал кейсы и просто раскидывал на ура. Это было вообще превосходно. Ну и сегодняшний активити, да, было вообще классное, дало прям заряд энергии. Ну и плюс мы, наверное, как представители Казахстана поздравили наших братьев, сестер, поздравили с Наурызом. Ну и, надеюсь, задали планку хорошую для презентации. Сегодняшний день был отличный, как раз лектор, который сегодня выступал, именно Юлий Юсупов, как раз по моей теме выступал, точнее по теме, которая мне интересна. Это налоги, налоговая политика, налоговые льготы. А так мне было также интересно узнать об общей ситуации в Узбекистане за последнее время. Сейчас Узбекистан для нас, для нашей страны представляет очень большой интерес. Больше всего мне запомнилось выступление Юлии Юсуповой, потому что я сама из Узбекистана, и за всеми теми процессами, которые он сегодня рассказывал, я следила, конечно же, в публикациях и соцсетях, поэтому было интересно очень лично познакомиться с ним и все это узнать от него самого. Также мне понравилось практическое задание от Тимура, потому что, несмотря на всю, скажем, несложность этого задания, основанное на какой-то сказке, да, мы попрактиковали свои аналитические навыки. Более того, мне понравилось, что, несмотря на насыщенность дня, мы в конце дня не устаем, задаем вопросы, интерес остается.